ты, какая красота! А можно я тоже сапожок повешу? Держи. А куда его повесить? Так, чтобы было у нас одинаковое расстояние. А давай вот сюда, вот на вот эту веточку. Здорово, теперь Деду Морозу будет куда приносить нам в новогоднюю ночь конфетки. Конфеты? Так почему такие маленькие сапожки купили? Надо было побольше покупать, чтобы больше конфет влезло. Точно, что-то я не подумала. В следующий раз купим побольше сапожки. Угу. Кстати, Лилия, я тебе сейчас что-то покажу. Это еще не все. Готова? Да. Сейчас будет красота. Опа! Вау, какая красота! Скажи, так еще красивее. Да. Очень красиво, правда? Мне нравится с этими огонечками. Прям вообще красотень красотенская. А мне еще нравятся цветочки. Что вам там уже нравится без меня? Вау, как красиво, прикольно. Отлично, что вам все нравится. Так что можно садиться и отмечать Новый год. Какой садиться? Я теперь и свою уже комнату хочу украсить. А мою? А это, ваши комнаты вы украшайте, я тут украсила уже. А нам же нужно еще в магазин сходить. А я-то здесь при чем? Да и вообще, у вас полно украшений еще осталось с прошлого года. А возможно, мы увидим что-то интересненькое, новенькое, или какие-то идеи посмотрим для украшения. Ну ладно, давайте, только по-быстрому. Одна нога там, другая здесь. Ес, только ты нам потом поможешь поукрашать. Хорошо. А вы мне потом поможете в доме убрать. И как раз посмотрим, чья комната получится лучше. А мы за уборку не договаривались. Ну не едем в магазин, так не едем. Как хотите, я не настаиваю. Ну ладно, хорошо. Мы едем на шопинг! Ну что ты стоишь такая надутая? Ну не нашли, так не нашли, не трагедия же. Я себе так хотела какую-то оригинальную елку, какую-то фиолетовую, розовую или красную. А то одни белые, зеленые. Белая уже есть, зеленая тоже. А может быть ты мою заберешь елку, а мне отдашь зеленую? С чего бы это? В прошлом году у меня была белая, а в этом пускай же побудет старая зеленая. Мне это уже надоело. А будете ссориться, сейчас вообще все ваши елки позабираю и поставлю у себя в комнате. Но я хотела что-то другое, красивое, разноцветное, а не вот это все. А я как раз хотела золотую. Так что все, я тогда забираю эти все золотые украшения себе на елочку. Ну пусть Лидиана забирает себе все вот эти золотые шары, а теперь сделаем что-то такое яркое, розовенькое. Я, кстати, придумала очень прикольную идею с гирляндой, тебе понравится. Я, кстати, Диан, так и не могу понять, но гирлянды ясно, это мы будем где-то на елку или я не знаю куда пристраивать ее. И вот эти вот наклеечки понятно, но ты мне так и не сказала, для чего мы купили зубную пасту. О, пасту, точно. Потом, знаешь, большой-большой секрет. Лилечка, поскорее поразбираем все эти шарики, отдадим Диане, чтобы она уже начинала украшать свою елочку. А твою сделаем самую такую миленькую, нянечненькую, да? Угу. Будет такая
милая розовая елочка. Вы же хотели розовую елочку, но не попалась розовая елочка. Значит, поукрашаем ее розовыми шариками. Так, где бы поставить эту елочку? О, ну пускай тут и стоит. Так, с игрушки и елки это, конечно, хорошо, но нужно придумать что-нибудь оригинальненькое. Вот твои игрушки. А чем это ты тут занимаешься? Да вот распечатала звездочки, кружочки, будет такая гирлянда. А эти картиночки зачем? А это для того, чтобы с золотыми бантиками повесить эти все украшения себе на зеркало. Прикольно, а у меня тоже будет красиво в комнате. Ну-ну. Мне кажется, что даже на этой тумбочке елка немножечко низковатая. Может быть, все-таки ее поставим вот туда? Ну, давай. Только нужно поубирать все вот эти вот игрушки. А вот эту маленькую елочку поставь себе на стол. Окей. О, вот еще маленькая игрушечка. Так, я уже тоже на старте. Сейчас у нас с тобой будет красота. Раз, два, три. Елочка горит. Вау, как прикольно. Раз, два, три. Елочка горит. Вау. Вот это то, что я хотела. Какая-то такая миленькая, классненькая. Золотая. Какая красота. Очень красиво получилось. У меня, кстати, есть для тебя вкусняшка. Какая? Сейчас принесу. Раз, два, три. Какая елочка. Стена, гори. Вау, как классно. Красотень. Как успехи? О, смотрю, тут у тебя все воды. Ну, модненькая такая получилась. Она какая-то... И не скажешь, что она прям а-ля миленькая, какая-то прям солидная, что ли. Прикольная, мне нравится. Опа-на. А это что такое? Дедушка Мороз? Прикольно ты придумала. Вообще зачетно, мне нравится. Мама, поможешь повесить эту гирлянду вон туда? Ну давай, я тебе подержу. Прикольно ты так придумала. Мне нравится. Да, мне тоже. Очень уютненько стало. Что там у вас? Вау, прикольная какая елка. Угу. Какие смешные колпачки на люстре. А это что такое? А, да это я сама гирлянду такую сделала. Красота. Мам, а я тоже хочу такую гирлянду. Сделаем тебе такую, с розовыми снежинками. Не, со снежинками не хочу. Так сделайте с Минимаусами. Точно. Мам, а давай сделаем такую же, только с Микки Маусом. Микки Маусы, так Микки Маусы. А вот и вкусняшки. И вкусняшка, и украшение на елочку. Украшение на елочку? Прикольно.
Мам, а эти какие-то некрасивые, надо их съесть. Что съесть? И без меня. Конфетку будешь? Конечно, буду. Вау, а у вас такая елка тоже очень красивая. Да, мы старались. Держи. Ты кого будешь? Снеговичка? Да. Чур мне Деда Мороза. Нет, Дед Мороз красивый, он может и на елочке повисеть, а вот Мишка не очень. Ну ладно, Мишка так Мишка. Угу. На вкус не влияет. Да. А я, наверное, всех остальных съем. Не, на елочку, тебе вредно такое. Уже доклеила свои наклеечки? Молодец! А я повырезала головы Мини-Мауса. Смотри, я приготовила их разных цветов и разных размеров. И к ним еще бантики. Возьмем нитки, все это склеим, и получится красота. Что, начнем? А кто тоже любит разрисовывать окна, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких. А, так вот зачем тебе нужна была зубная паста. Да, я такие вот прикольные рисуночки рисую. Это у меня такой новогодний город, здесь у меня будет площадь с елкой, и, возможно, там будут какие-то подарочки, возможно, какой-то снеговик даже, не знаю, а там продолжение города или что-то еще интересненькое. Не, ну, может быть, сюда в центр елку действительно, а сюда большого такого снеговика или Деда Мороза. Или нужно будет вообще придумать что-то какое-то прикольное. Какую-то постановку, чтобы оно так сочеталось. Ну да, как такой город, да, рождественский? Да. Я вообще придумала лайфхак, я смешиваю пасту с гуашью и получаю яркие цвета. Угу, я вижу. Надеюсь, оно все отмоется? Я не знаю. Должно. Если что, дорисуем пальмы, когда придет лето, и скажем, что это так и было. Это такой насветающий. Да, а это дождь. Да, а то просто дождь идет, действительно. А там солнце вообще так светит. Планеты. Планеты, да. Thank you.